Заместитель главного врача областной психиатрической больницы прокомментировала видео в социальной сети. На нем якобы психически ненормальный человек со связанными руками пытается убежать от медработников клиники. Все это происходит на улице, недалеко от психбольницы. Оказалось, что все это было ради лайков в соцсети. Таким странным способом молодые люди решили привлечь внимание и увеличить свою интернет-аудиторию. Мы сейчас проводим тоже здесь расследование. Все свои отделения проверили мужские. Городское отделение у нас есть мужское. Проверили, у нас побегов таких не было. Потом, значит, мы узнали, что какие-то ребята снимали типа видеоролик как пранк. Угу. Потому что мы там расспросили, на остановке есть люди, которые видели. Потому что больные у нас в таких ночнушках молодые не ходят. У нас как бы одежда, понимаете, санитаров у нас, медбратьев у нас очень мало таких мужчин, в основном женщины. И вообще побегов у нас, да, так не одевается у нас. Вот, мы сейчас смотрим вот этот. У нас такой одежды нету. У нас санитары так не одеваются абсолютно.